Что важно здесь, да, во время вступительных экзаменов, это, конечно, сдача творческих конкурсов, потому что у нас творческий вуз, поэтому ребята усиленно готовятся, сейчас ходят на 10-дневные подготовительные курсы. Большой наплыв ребят, конечно, из освобожденных территорий. Мы видим интерес среди школьников, выпускников этого года к нашему университету. Мы видим, что приходит достаточно большое количество людей, в том числе с освобожденных территорий. Они желают поступить к нам в университет. Рассчитываем на то, что увеличится количество абитуриентов, ну, как минимум на 50%. Сразу скажу, что все вузы могут принять увеличение. Все лето будут работать приемные комиссии, все лето будут работать педагогические коллективы наших вузов. Ну, и мы ждем всех ребят. И я здесь хочу отметить, это важно. Для освобожденных территорий и для ребят с Украины наша приемная кампания будет длиться до 31 декабря.